Блин, стоит же симулятор. А этот влезет ко мне, интересно, все? Слушай, класс, блин. Женя, ты молодец, конечно. Название придумал? Конечно, Drift Track VS. Ну, команда Drift Track VS. Не, ну команда понятна, о машине. Ну, Халк, что ты на капоте Халк? Халк? Да, только не это самое. Сними, сними сверху. Отвертку. Подкачку брать? Подождите. Будет гонка. Ну что, друзья, вы помните Женю, да? Это который Drift Track. Мы сегодня Халки! Мы сегодня, да, Халки. Вот, вы видите, какого он сделал монстра. Халка. Сейчас я вам покажу. Это настоящий монстрила на базе 31-й Волги. Значит, он поедет участвовать завтра в боях без правил автомобильных. То есть вот такого монстра он сделал. Посмотрите, сколько тут металла. Вот такой вот тут такая панель приборов, спартанская, ничего лишнего. Аккумулятор, все в салоне. Видите, какой каркас безопасности. И на крыше, и везде. То есть все сделано как положено. По телу ярость разольется с кровью, царапины везде.
Какой руль. Ну а как же без вот этой вот розочки. Педали, все как положено. Настоящий бойцовский автомобиль. Вот видите, где радиатор, бачок расширительный. А заводится, Женя, как кнопкой? Да. Вот это зеленое? Да. Старт-стоп? Да. Так. А вот эта красная кнопка, это типа зажигание, да? Нет, зажигание вот советское, оно более мощное. Ага. Вот это. Угу. Это? А, печка. Это печка? Дополнительный вентилятор. Обдув радиатора, короче. Да. А приборы от Волги, да? От этой? Все родное. Женя, ну давай я к тебе попристаю, пока ты тут работаешь немного. Давай. Напомни, сколько ты трудился, над ним? Так, если чисто работы, 2 месяца. 2 месяца чисто? 2 месяца безвылазно каждый день, кроме субботы и воскресенья. Я еще понял. Плюс они. А сколько трубы ушло на вот этот? 74 метра трубы. 92 отрезных круга, 5 шлифовальных кругов абразива, пару штук лепестковых и штук 5 на большую болгарку больших кругов. Ну а так вот... И 4,5 бобины проволоки на полуавтомат. Офигеть, блин. А вообще этот бюджет считал? Сколько на все про все ушло? На все про все, примерно если посчитать со всем, там, со светом, с этим, ну где-то около 700 долларов. То есть с покупкой машины. С покупкой машины, с вот этими... С переборкой. С переборкой. Там, и новые запчасти куча. И вот 700 баксов. 700 долларов, да, стоило это? Немало. А какие, Женя, еще кроме Волги, какие там еще присутствуют запчасти? От каких машин? От москвича, от Жигулей. От москвича, от Жигулей? Да, ну все, что советский автопром, все, что позволяет. Короче, все, что подешевле. Ну, практически машина была в сборе, она была комплектная полностью. На ходу она была, да, когда покупал? Нет, мы даже не смогли завести мотор, когда ее купили. Ну, мотор родной, да, то есть ее мотор. Ее же мотор со всеми ее внутренностями, просто вырезали все, ага. Всю проводку, сделали просто тут все напрямую и поменяли только сопротивление и что там еще поменяли. Движок тут стоковый, да, этот? Движок стоковый, 2,4, оригинал. 2,4 карбюратор, да? Да,
Да, 2.4 карбюратор. Мы хотели его накрутить. Сначала хотели его накрутить немножко, угу. Но мы поездили здесь по территории и решили, что с него достаточно. Он очень приемистый. Правильно, машина, в принципе, все равно, наверное, легкая, да, получилась достаточно? Ну, труб получилось, грубо говоря, где-то... Сколько труб там? Не больше 450 килограмм труб получилось. Но с учетом того, что мы выняли из машины, наверное, больше, чем полтонны. Ну, то есть, в принципе, она ну, как грубо бы... грубо сказать, там сидушки, стекла, обшивка салона, вырезали полностью двери изнутри. Посмотри, там нету ни одного. Я заглядываю. Ничего нету железа. Ничего нет. Одна, одна скорлупа. У Кирилла за 5 евро, Тэчики. И вот все это мы выняли. А тут голый мотор, коробка и трубы. Все. Хорошо, а какой регламент там? Сколько будет этих заездов? На выбывание там, остается, да? Остается как... последний в движении. Короче, кто самый выносливый, тот и выиграл, да? Да. Ну, там не выносливый, тут главное, кого не подведет машина. Там никаких стратегий, ничего не делаешь. Ну а как думаешь, не подведет? Мы будем за тебя болеть. У нас группа поддержки там такая. Одна медсестра, а вторая социальный психолог. Главное, слышишь, главное, если они понадобятся... Интересно, что одна на самом деле медсестра. Если понадобятся, то в каком порядке? Сначала медсестра, потом психолог или наоборот? Нет, сначала социальный психолог, а дырки раны, это уже как получится. Так, сварочку, правильно, на всякий случай. Мы решили просто полуавтомат не брать, потому что баллон тяжелый, долго вести. Ну да, да. Пошли, Марки. Познакомлю тебя с Машей. С какой Машей? Маша? Вы не знаете, кто такая Маша? Пойдем покажу. Вот это с красной ручкой? В красном платье. Машка. Не Маша, а Машка. Это Машка. У нас в армии называлась Машка. Машка выручает всегда. Маша — это грубо. Если не знаешь, как решить проблемы, бери с собой Машку. Ну да. Машка всего лишь 8 килограмм. А я думал, кто-то из девочек Маша. Засмущались девчонки. Да. Ну так кто медсестра? Поднимаем руку. Так, медсестра. Выбора нет уже. Выбора нету. Психолог, да. Психолог. Сейчас поработаем, пока будем ехать. Ясно. А как вас звать, красивые? Нас? Да. Оля. Оля и... И Оля. И Оля. Ну все, не запутаешься, даже если бутылку водки выпьешь. Будет Женя посерединке сидеть между нами, на удачу. Женя, да, ты между девочками сядь и желание загадаешь, короче. Я лягу. Ляжешь? Ну это они, если позволят. Моя нет, Кирилла не знаю. Там, наверное, в основном и будет весь советский автопром, да? Нет, там есть еще только сборная солянка. Иномарки тоже есть, да? Донор 25-й, донор 25-й, да? Этот. Рено 25-й, донор. Ага. Передний мост от погрузчика гидравлический полностью. Задний мост от Сиеры, по-моему, или от УАЗика, что-то там такое. Мотор от Мегана, 2.2 турбовый, 180 сил. Фига себе. А полностью... Вот видите, на чем капот держится. Видишь, Василиса, капот на чем держится. Халк! Халк! А вот это... Рельсами обварился. Это швеллер, да? Да, 16-й. 16-й? Блин, ну, слушай, вообще, как... По нему бьешь, а он как это... Как монолит какой-то, как рельса, блин. Оно же все завязано. Короче, это... Твоим противникам, в принципе, это самое. Можно достанется. Пожелать удачи. Да, достанется им, это точно. Ну а ты как, Женя, волнуешься, скажи? Не-а. Не? Я буду волноваться, если заглохнет мотор, и я не буду его заводить. Так. Ты будешь заводить, а тебя будут со всех сторон... Ну вот, ребята, вы сами видели, что тут происходит. Вот такой вот красавец. Женю... Я знаю, уже не первый год, он такой энтузиаст, вот эти вот
дрифт-трайки у него. Ну и вот он загорелся вот таким вот проектом. То есть создал вот такой вот бронемобиль, по-другому я его не могу назвать. То есть это Халк зеленый. И завтра он будет участвовать в боях без правил на автомобилях. К сожалению, у меня не получилось поехать. Ну, что поделаешь. Будем за него болеть, будем держать кулачки, чтобы он, что называется, победил. По крайней мере, чтобы достойный результат показал. Потому что первый раз участвует в такого рода мероприятиях. Ну, как говорится, все бывает в первый раз. Так что пожелаем Жене удачи. Попробуйте через середину пропустить. Вот, не ссы. Тут как первый раз забыл. Не ссы. Подожди, стой. Это из той же серии, я уже там Славик и очки так не делал. Да? Да. Стоял. Хорош! Давай! Значит, самому будет. Да. Да, вот на верху надо, чтобы посидеть. Ваня, там вон лежат перчатки еще на доске, с правой стороны. Ну что, Женя, держи кардан. Удачи тебе. В общем, мысленно и душой мы с тобой. Ой, удачи, короче. Все, Дим, спасибо. Счастливо. Все, счастливо. Удачи, удачи! Дрифт-трайк Брест, удачи! Да, вот, да.